В Алтайском крае построят курорты на 2000 гостиничных номеров. Реализацию новых инвестпроектов в Белокурихе и на курорте Белокуриха-Горная губернатор Виктор Томенко обсудил с представителями Минстроя России и корпорации «Туризм.РФ». Специалисты Минстроя России и корпорации «Туризм.РФ» осмотрели перспективные земельные участки Белокурихи-Горной. Оздоровительный центр на этой территории сможет принять первых отдыхающих уже через несколько лет. Считаем эту площадку очень перспективной. И, конечно же, хотели бы с вами выйти на мастер-планирование данной территории, создать новый современный бальнеологический курорт. Мы себе представляем, что это в несколько этапов возможно его развитие, и общее количество номерного фонда в перспективе может достигнуть до 2000 номеров. Мы, конечно же, очень хотим быстро действовать, чтобы уже в 2025-2026 году первые туристы приехали в новый замечательный курорт Белокуриха-Горная. Напомню, что правительством Алтайского края уже сформирован портфель из более чем 10 инвестпроектов на сумму около 40 миллиардов рублей. Для решения амбициозных задач будет использован потенциал действующего нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Я и вот мои коллеги, члены правительства, местные власти, мы на самом деле очень рады и воодушевлены тем, что новые инструменты продвижение наших проектов, развитие наших территорий, отраслей, в данном случае туризм, санаторно-курортное, так сказать, лечение, обслуживание, они развиваются. Мы за эти возможности как можем ухватываемся, поэтому спасибо большое, что такое внимание и такой конструктивный такой настрой, готовность вместе работать и помогать. Я думаю, мы вместе результаты хорошие покажем. Также в Белокурихе готовится к строительству нового санаторного комплекса «Алтай-Вест». В проект инвестируют порядка 8 миллиардов рублей. Комплекс на 440 номеров будет соответствовать стандарту 4 звезды. Также будет создано около 500 новых рабочих мест.